Сколько туда останется? Ну, 3 или 4, да, точно я не могу сказать. Только поговорят? Да. 45-летний мужчина недавно разошелся с женой. Причина разлада отношений – любовь к спиртному. Жил с родителями, постоянную работу себе не нашел, перебивался заработками. Большую часть времени находился в нетрезвом состоянии. Из-за этого и произошла ссора с отцом в тот трагический вечер. Словесная перепалка переросла в драку. Как установила, был установлен проведенный судебно-медицинской экспертизой, сын нанес своему отцу не менее 10 ударов кулаками по телу, то есть в том числе и по голове. И после причинения телесных повреждений сын перенес своего отца в комнату, положил на диван спать, сам прошел в другую комнату и тоже лег спать. И, проснувшись на следующий день утром, он обнаружил своего отца без признаков жизни. Подозреваемый сам вызвал полицию и скорую, обо всем рассказал. Самое страшное, что накануне в больницу госпитализировали его мать. Она не знала, что случилось дома, скончалась на следующий день после ареста. Мужчина остался без семьи, и теперь ему за убийство отца грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».